спустя долгое время в Тверь пришли большие соревнования по дартсу. Командный чемпионат России проходит в стенах нашего спортивного комплекса «Юбилейный». Конечно же, это здорово. Мы рады принимать большие турниры. И вот в эти выходные проходят турниры по греко-римской борьбе, всероссийский турнир по ориентированию. Хоккеисты только что вот закончили большой крупный турнир детский. Футбол начинается. Тверь живет спортом, Тверская область живет спортом, и это здорово. И, конечно же, дартс – это часть большой спортивной семьи. Мы всегда рады гостям, всегда рады принять. И надеюсь, что всем спортсменам у нас понравится. Ждем в гости. Это первый крупный турнир в новейшей истории Российской Федерации на территории Тверской земли. Хочется отметить ответственную подготовку к проведению. На данный момент я вижу только исключительные плюсы, большую перспективу. И в дальнейшем, я думаю, мы соберемся не один раз на Тверской земле. Все условия для нас – и помещение, и инфраструктура, и высокий уровень игроков, которые, собственно говоря, и делают этот вид спорта зрелищным и привлекательным. Организация хорошая, зал просторный на самом деле. Это вот очень хороший плюс по сравнению с другими турнирами. Но поступило предложение, оно было для меня интересно, для федерации интересно, потому что тот напарник, с которым сейчас играет, Ренат Еникеев, ему было интересно играть с кем-то пару, постоянно выезжать на какие-то всероссийские соревнования. В Питер мы с ним ездили вместе, мы в Нижний Новгород ездили на ПФО вместе. Сами по себе условия, которые предлагала федерация, меня очень заинтересовали. Я в Москве, по сути, был далеко не первый выбор. Я понимаю это прекрасно, потому что определенный уровень игры на всероссийских соревнованиях не позволяет мне быть в первой команде. По сути, если тебе поступает хорошее предложение и при этом на хороших условиях, то почему бы нет? Я пришел, меня заинтересовал, я в один раз попробовал, и мне понравилось. После этого меня Игорь Соломонович начал привлекать к судейству. Это тоже, опять же, на обоюдных условиях, потому что им нужна трансляция, которая будет смотреть европейская часть населения. А мне было интересно поработать, заработать и, соответственно, статус EDC поднять. Если есть хороший англоязычный рефери, он знает, как считать, он знает, как объявлять, он знает, как построить игроков. И если этот судья, опять же, появляется из ниоткуда, то есть, по сути, я пришел из ниоткуда, это было на собственных началах. Мне понравилось, один раз посудил, они говорят, давай попробуй с нами сотрудничать, и это продолжается уже 4 года. На самом деле я очень доволен, потому что я год уже вообще никуда не выезжал из Санкт-Петербурга. И сегодня это моя самая дальняя поездка. Я пытался поменять свою технику, поработать над собой. И я считаю, что я достиг этого результата, потому что в Санкт-Петербурге я стал третьим, проиграв Борису, победителю. Сегодня я опять проиграл только Борису. Правда, это уже была 1/4. Я доволен своей игрой. Я стараюсь свой бросок сделать техничным, а не таким, как он у меня был раньше. И я считаю, что я все-таки потихонечку двигаюсь вперед. Особенно если сравнить с тем, что было раньше. Можно посмотреть еще дальше. У меня есть, кстати, записи с чемпионата Дальнего Востока,
когда я играл с первым, точнее, с единственным мастером спорта на Дальнем Востоке, Царство Небесное, Александр Чазов, который в том числе мастер спорта по полевой стрельбе. Значит, и там мы играли до 7 побед в сетах, до 10 побед в легах. Там, на самом деле, очень любят дартс, и там постоянно финал смотрит минимум 90% участвующих в этом чемпионате. Людям нравится дартс, и они любят посмотреть, любят учиться. Своей могу сказать то, что сейчас какой-то спад идет в плане того, что пока голова не может переключиться на дартс, как по сравнению с прошлыми годами, вот, но сейчас я буду восстанавливаться, это как бы нормальная работа, одному тренироваться, да, но надо играть своим уровнем постоянно, потому что приезжать на турнир и это тяжеловато, честно говоря. Во-первых, я тренировался, считаю, с лучшими игроками. Это Пилипенко, Солдатов, который каждый день я приходил. У нас еще Кунявский есть. Это те люди, которые спокойно играют, набирают, закрывают. Чемпионат России. Но он до сих пор у меня в голове. И это препятствие, честно говоря. Такой взлет, тот уровень, который я смог показать. И в финале до конца боролся. Доказывая то, что можно играть с таким уровнем, как Борис Кольцов. С такими наборами. Я там работал на максимум. Я не думал, что на соседней, как, что. Я только думал, как она залетает, как это классно. И работал до конца. Не допускал мысли то, что могу проиграть. Что дальше, кто дальше, вообще не знал. Пускай они думают об этом. Я как бы просто играл. Это спортивная злость. Я честно не понимал. Я раньше злился на людей. Я злился на себя. Я смотрел, как люди злятся на то, что дротик не летит. Или еще что-то. Нет, это неправильное отношение к ситуации, происходящей у мишени. То есть я играю с мишенью. Не с человеком в первую очередь. Я играю на свой результат, на свое число, на свое 501. Ну, любое там какое-то число. И булл это позволяет выплеснуть ту энергию. То есть, когда я играю, я спокойно, незаметно, ну, грубо говоря, эмоции. Я их держу. Но когда я закрываю, бам, все. Она ушла, эмоция, и заново. То есть, каждый лэг, он как новый. И до конца дожимать. Пока ты не выиграл, без разницы, хоть 4-0, там, 3-0, и у тебя остается один лэг, некоторые берут и проигрывают. Нет, надо до конца дожимать. Надо видеть свою технику в своей голове. Вот когда ты увидишь, почувствуешь тот драйв, и тогда и камон, и все это будет твое. Ты даже не будешь замечать, что в зале, кто в зале, и где ты вообще находишься в пространстве. Я буду противостоять, буду стараться. Вот. А так вообще кадочников, конечно, это бесспорно, потому что человек, который ездит в Европу, у него уровень другой, у него видение совсем другое. И он понимает то, что это все-таки в первую очередь работа. Ты говоришь про Бориса, но его уровень. Надо свой уровень поднимать, а играть у мишени по 5 часов ты это не сделаешь. Надо, во-первых, и физику, и психологию изучать свою, найти себе ключ, чтобы ты знал, ага, здесь я работаю, здесь я нет. Тут я сдался, да, но потом включился и пошел дальше. Не смотреть, с кем ты играешь, где ты играешь, с какой мишенью вообще. А некоторые просто пытаются искать в себе оправдание, что зал,
мишень, люди вокруг тебя, кто-то орет еще. Это неправильно. Какая разница? Одень беруши. Одень беруши. В чем проблема? Почему ты его слышишь? Ты должен слышать только, как дротики попадают там в 60 бул, там вообще этот драйв. Некоторые злятся. Я смотрю здесь на людей, они злятся. Они пытаются себя завести злостью. А она спортивная, она легкая. Ты такой, да, там, блин, классно. И играешь на этом легкости. Если ты начинаешь серьезно играть, у тебя мышцы забиваются, сознание, концентрация, да, увеличивается она, но тебя надолго не хватит. Ты не сможешь так играть. Почему? Потому что это очень важно в плане того, что дартс каждую неделю где-то соревнования. Это очень тяжело, серьезно. Все говорят, дартс это что такое? А ты попробуй съездить в другой город, показывать уровень. Ты должен легко это делать. Не надо выходить и говорить, вот я проиграю, боюсь. Нет, борьба. То есть даже не бороться, а намерение выиграть до конца. Не сдавайся, смотри, когда сдадутся другие. У нас молодежный состав получился. Самым старшим двум девочкам 19 лет, 14, 16 и 18. Я очень довольна результатом, потому что за этим очень много часов скрыто, переработанных часов. За этим скрыта организация, досрочная сдача экзаменов нашей девятиклассницы Вероники Королевой, студентки нашей первокурсницы. Пока ознакомительная учеба и, конечно, преподавательский состав, еще не зная студентов, не сильно поддерживает тех студентов, которые занимаются спортом. Но я думаю, что мы своим выступлением доказали, что мы достойны и заниматься на отлично, и выступать отлично. Я думаю, преподавательский состав тоже нас поддержит. Самое главное, мы шли к выполнению мастеров спорта. Мы поставленную задачу выполнили. Девочки доказали, что они могут не только побеждать, но и достигать высоких целей. Здравствуйте. Организация потрясающая. Спасибо Алексею Олеговичу Кадочникову за такой турнир. Чемпионат России, командный подарок и Кубок Федерации. Спасибо, Алексей Олегович. Своим выступлением доволен на турнир? Конечно, нет. То есть чемпионский титул так. Ну это так себе. В личке ничего, в парах опять ничего. А в команде? В команде маленько выиграли. Понравилось ли выступать в Новгородской области? Ну я уже второй турнир выступаю за Новгородскую. Новгородская область, круто. Как ты думаешь, в личке сможешь обыграть Кольцова? Обязательно. С набором? Ну, 123-34. Ну, слушай, отличный город. Мне здесь все нравится. Волга через буквально 50 метров. Погода нас встретила просто шикарная. Мне все понравилось. Я впервые приехал в Тверь. Обалденно. Он очень боялся сюда приезжать. Очень боялся, на самом деле. До того момента, когда Прялкин был еще в Твери, он очень боялся приезжать. Был в Твери. Да. Потом, когда они перешли в Новгородскую область, как-то стало полегче, и Саша сказал, я приеду. Слушай, ну, сам результат, мне кажется, говорит за себя. Если бы мы не были довольны, мы бы не дошли до первого места. И мы бы не играли в паре. Столько лет, да. Да. Да, конечно, да.
есть какая-то небольшая ностальгия по тверской команде, но я знал, на что я шел. Да, конечно, удовольствие огромное, колоссальное. Ну, сильно тяжело. Первый раз, как бы, проводить такого уровня турнир тяжело. Спасибо за помощь всем, кто помог поставить стенды. Особенно хочется выделить Мишку Мишина. Тем, кто помогал в организации посевов, это, конечно, Чита Новиковых, Денис и Татьяна. Вот, им огромное спасибо, без них бы мы не справились. А так, тяжело, но... Мне кажется, когда это делается сплоченно, когда это делается командой, получается чуть-чуть проще. Конкретно в этом зале перспективы проведения есть. Единственное, говорю, мне надо отдохнуть 3 дня, чтобы я точно осознал, что я это хочу. Потому что на данный момент, как видите, до окончания турнира, на данный момент я не готов это повторить. Ничего. Я хочу домой.